Друзья, всем здорово. Подмутила одной своей знакомой вот такую краску для волос. Катя, спасибо. Она супер блонд. Естественно, я не могу не удержаться, дабы не произвести эксперимент, который хотел произвести еще очень давно. Итак, размешиваем составные компоненты. Имеется вот такой отрезок древесины, дуб. И нанесем вот эту вот субстанцию. Не сильно толстым слоем, но здесь ни к чему. И окутываем это все целлофановым пакетом. Это необходимо для того, дабы не дать быстро высохнуть окислителю. В темное место на 30-40 минут, а то и на 50. Прошло примерно 50 минут. Так. Иди сюда. Белая деревяха. В чем преимущество всего способа, спросите вы? Проникает достаточно глубоко, не боится воды, руками не стирается. Хотя, конечно, все-таки лаком лучше на всякий случай пропитать. Или олифой чем-нибудь защитным. По-моему, идея действительно стоящая. Ведь найти белую морилку очень сложно, если вообще возможно. Конечно же. Так, секунду. Продаются всевозможные. Вот, допустим, такая спиртовая для дырывины. Но, опять же, я же говорю, допустим, синего цвета. Найдете вы такую? Что-то я сомневаюсь. А если найдете, то вот такой бочки гигантской. И нужно покупать там литров 5 сразу. Я так пошел, купил женской краски для волос. Чичинь. И покрашена в любой цвет. В любой. Мне вот, допустим, белый понадобился. Юзайте методу. Юзайте. Пока.